Сидит такая в обнимочку со свинкой. Да? А чё сидит? Что-то замышляет. Сегодня у ёлки суп с погадкой. Да. Кишочки я вовремя забрала, все остальное тоже. Она решила сделать суп из погадки. Причем она, видимо, погадку вместе с таблетками сплюнула. Да, Ёль? Поэтому кто-то сейчас еще выпьет порцию таблеток. Или не выпьет? Ну как так-то можно, а? Ты согласна? Что за такое возмущение у тебя на лице? Такая, типа, вообще не понимает, о чем речь. В чем-то опять сову обвиняют вообще, да, скажи? Как вообще можно общаться с такими людьми? Слов скажи нет. Но я твой суп забираю.